Я провалил контрольную. Накрылись мои мечты медным тазом. А этот зуб в жопе просто раздирает меня. Все хуже и хуже делается. Это вы мне устроили, да? Успокойся, сядь. Оставьте меня. Простите. О, мамочка. Следи глазами за лучом света. Вы хотите, чтобы я ослеп? Боже, как мне хочется убить вас. Это превосходно. Превосходно. Превосходно? Превосходно? Нет, доктор, это не превосходно. Это отвратительно. Я вас по судам затаскаю. Затаскаю по судам. Дарил, тебя мучает раздражение в заднем проходе, но боль скоро пройдет. Она исчезнет. Пройдет, как только адаптируются твои нервные окончания. Доктор, у вас хорошие ногти? Можете почесать мне? Вот здесь. Для того, чтобы контролировать свои чувства, ты должен упражнять их. Твой мозг пытается приспособиться к обострившейся чувствительности. Ты должен помочь этому процессу. Сконцентрируйся, прошу. Сфокусируй внимание, и ты сможешь контролировать свои суперчувства. Все зависит от тебя. Боже, еще больше чешется. Доктор, можно взять вот это? Спасибо. Вот так.